Я бы хотела, у нас очень много вопросов по практике возникло у докторов. Зона препарирования, вы откладываете глубину рецессии, измеренную, плюс 1 мм от вершины анатомического сосочка. Это зона начала препарирования хирургического сосочка. Когда вы моделируете, препарируете слизистый, полнослойный слизисто-надкостичный лоскут, к этому измерению вы добавляете еще 3 мм апикальной рецессии. Таким образом, расщеплять, мобилизировать слизисто-надкостичный лоскут вы можете только в том случае, когда вы получили глубину рецессии плюс 1 и плюс 3 мм в зону слизисто-костичного лоскута полнослойного выше опекальной глубины самой рецессии. Соответственно, фактически в основном это уже переходная складка у пациента. Еще раз, препарирование более удобно для вас, если вы будете делать, особенно для тех, кто будет делать это впервые, будет удобно выполнить сначала горизонтальные разрезы по сосочкам, потом вертикальные трапециевидные разрезы с широким основанием трапеции апикально. Скальпель устанавливается параллельно оси зуба на центральную поверхность. Полнослойное препарирование в области самой рецессии опекальной ее с бреющим разрезом, сходящим на нет, одновременно расщепляющимся в сторону вертикальных и проксимальных разрезов. Таким образом, вам будет легче ощутить вот эту зону расщепления и препарирование слизисто-расщепленного лоскута в проксимальных поверхностях. При фиксации вопросы вызвал двойной обвивной швов, последовательность и так далее. Первый шаг мы сопоставляем хирургический с анатомическим сосочком. Вкол иглы 1 мм от маргинального края, не выше. Петлевидный шов, который вы накладываете, должен быть горизонтальным. При наложении петли вертикально на слизисто-костичном лоскуте вестибулярно, там, где вы делаете второй вкол, поднимет хирургический сосочек над анатомическим. Это будет просто эстетически некрасиво. Вам придется накладывать еще один корректирующий межзубной шов обычный узловой. Это просто дополнительная работа будет для вас. Ничего страшного в этом нет, но более аккуратно будет выглядеть, если вы отступите 1 мм и сделаете горизонтальную петлю, а не вертикально. Ну а теперь мы обсудим с вами все-таки еще раз алгоритм выбора методики, потому что я считаю, что это самый большой залог вашего клинического успеха. Вы все оперирующие хирурги, вы можете себе представить, как работает и скальпель в ваших руках, и иглодержатель, и как вы будете фиксировать те или иные лоскуты и трансплантаты. Но выбор методики очень важен для клинического применения, потому что каждый пациент индивидуален, каждая клиническая ситуация в его полости рта, даже каждый зуб его индивидуален, и для каждого зуба, для каждой клинической ситуации у вас может быть абсолютно своя методика, абсолютно свой подход. Еще раз мы обсудим с вами о том, что важно учитывать при выборе методики, при принятии клинического решения, о том, каким образом вы будете оперировать пациента и почему. Естественно, вы должны учитывать какие-то его пожелания, но вы как клиницист должны уметь тоже настоять на своем решении, на выборе определенной методики операции. Значит, что очень важно и что мы, о чем мы будем говорить сегодня весь день, это о ширине кератинизированной десны. В данном случае имеет значение, насколько ее достаточно апикально. Если апикально ширины кератинизированной десны менее 3 мм, то есть она не позволяет нам воссоздать новую биологическую ширину, получить полноценное соединительное тканное прикрепление к поверхности зуба,
нам потребуется использование какого-либо трансплантата, который будет увеличивать толщину тканей и предупреждать рецидив, то есть апикальное перемещение лоскута в последующем, там, через 2-3-5 лет. При первом классе в глубине рецессии до 2 и более 2 мм, при ширине гипертонизированной десны менее 3 мм, допустимо применение двухслойной метозики и применение либо аллотрансплантата. Это зависит от ваших предпочтений, от предпочтений пациента и от того, насколько вы готовы к забору соединительного тканно-депрессированного трансплантата. Но я думаю, что после сегодняшней лекции и курса у вас у всех будет уже этот навык. При ширине кератинизированной десны апикально меньше 73 мм и более, корональное смещение не требует ни в одном, ни во втором случае первого класса никаких применений, никаких ниалотрансплантатов. Достаточно применять однослойную методику, вы получите эстетический результат, клинически хорошо прогнозируемый. При наличии ширины кератинизированной десны латеральнее рецессии менее 6 мм, опять же, будет рекомендовано в первом случае, в первом классе, до 2 мм обычной однослойной методика коронального смещения. В первом классе, где глубина рецессии более 2 мм, корональное смещение будет рекомендовано двухслойное. При предпочтении я бы все-таки обосновала применение аллотрансплантата, потому что дополнительная зона операции, работа с донорским местом, усложнение, изменение хирургического вмешательства будет влиять на сам послеоперационный период и на операцию. На результате она сказываться никак не будет. Наличие ширины кератинизированной десны латеральнее 6 и более миллиметров мы обсудим с вами на следующем модуле, потому что это будет наш следующий этап – это латеральное смещение. Также огромным значением будет такой параметр, как наличие абразии твердой ткани или ее отсутствие. В случае наличия абразии при глубине рецессии более 2 мм при первом или втором классе будет требоваться однозначное перекрытие зоны абразии при корональном смещении или латеральном смещении. В случае того, потому что зона абразии будет являться зоной для аккумуляции налета, сначала сгустка, потом сгусток, когда он у вас рассосется, он не даст нового соединительно-тканного прикрепления, образуется патологический карман и будет зона постоянного проникновения микробной инфекции, зубного налета, зубной бляшки и присоединение ассоциации воспаления в этой области. И такой показатель, как толщина кератинизированной десны, будет с нами сопутствовать сегодня на протяжении всех модулей, мы будем постоянно о нем говорить. Толщина кератинизированной десны менее 1 мм или так называемый тонкий биотип фактически во всех классах будет требовать двухслойных методик, вследствие того, что сам биотип диктует в данном случае нам с вами желание его укрепить, утолстить, сделать его лучше, каким-то образом изменить его. Возможно, применением и ауто, и аллотрансплантатов, в каких-то случаях только аутотрансплантатов, и мы об этом обязательно еще поговорим. Толщина кератинизированной десны 1 мм и более, то есть средний толстый биотип, не всегда будет требовать применения двухслойных методик, что, в общем, тоже в таблице достаточно хорошо отражено.